догадки. Тут знакомый слышит голос. Можно к вам? У нас Майдан. Там бендеровцы, фашисты. Правый сектор, шины жгут. В общем, это можно чисто поживу. Немного тут. Пришел пожить у вас. Угрожает мне могилой, конфискацией, тюрьмой. Не оставь меня, кумилый, не гони меня домой. Муравей ответил Виктору. Плюнь на весь майданный гной. Из Ростова через Твиттер управляй своей страной. Угостим тебя котлетой, блюдом первым и вторым. А потом с тобой летом отдыхать поедем в Крым. Кстати, может быть, желал ты стать, к примеру, мэром Ялты? Это мы устроить можем, нам своих бросать не гоже. Куманёв, нам странно это! Восклицает вся планета в заводском строю, обращаясь к муравью. Ты кого берешь под крышу? Отвечай, алло, не слыши, не слышу. Мне любые ко двору, он ответил. Всех беру. Был я труженик когда-то с братанами заодно, но теперь уже, ребята, нам работать западло. Нам и так хватает денег. Есть нефтянка, не вопрос. Обленился муравейник, гастарбайтер завез. Я далек от скучной прозы, знай себе, качаю газ. Мухи, бабочки, стрекозы нынче трудятся за нас. Эдвард Сноуден шпионит. Депардье в кино бежонит, Янукович речи гонит. Все участвуют в труде. Муравей лежит в любое. Гордо чешет кое-где. Я не просто подполковник. Я построил новый класс. Мужник, мушник, бабочник, клоповник в муравейнике у нас. Лозунг Родины – халява. Потребитель – наш герой. Муравьи сказали «Браво!» и развили.